Всем привет, с вами SteveProи сегодня немного расскажу о кроликах Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот такие маленькие задания у нас появились в Minecraft Pocket Edition. Если кто не в курсе, то они немного меньше, кролики меньше и быстрее, чем на ПК. Да, их решили немного изменить. Вот такое их отличие. Также они прыгают еще быстрее и убегают от вас. Но мы можем покормить их морковкой. Такой возможности на ПК у нас нет. Вот так они будут прыгать, и у них появится детеныш. Вот когда мы выбираем морковку, они от нас убегают. Давайте попробуем догнать кого-нибудь. Вот видите, какие они быстрые. Они быстрее даже нас. Вот. Но также есть один прикол. Если мы посадим у себя в огороде морковку, то эту морковку они у нас воруют. Да, морковку просто-напросто съедят. Вот давайте сейчас все посадим. И я вам детально покажу. Вот, сажаем морковку. Так. Уже прибежали кролики. Так, достаем костную муку. Так, она, наверное, внизу, да? Да, вот, она. Берем ее. И давайте вырастим нашу морковку. Кстати, да, в новой версии появились такие новые эффекты. Так. Сажаем, и все. Теперь мы спавним кролика. Так, куда ты побежал? Эй, Вилла. Тоже убежал. Давайте издалека заспавним. Как видите, вот съел. Вот наглец. Все, нашей морковки нет. Придется еще раз ее выращивать. Вот такая хитрость. Да, это тоже нововведение, которого нет на ПК. Вот, смотрите. Съел. Съел, и сидят еще едят, вообще обнаглели, да? Ну, как мы только возьмем морковку в руки, к нам сразу все сбегутся. Прибежал, бегут, и бегут. Ну, что ж. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.